очень счастлив, что подписал контракт с этой командой. Вот. Думаю, что впереди меня ждет непростая работа, но я постараюсь внести в этот клуб как бы свои все, что я могу, все свои умения, и постараюсь помочь этой команде достичь больших высот. Знаю, что Лех топ-клуб в польском чемпионате. Знаю, что 7 раз становился чемпионом Польши. Вот. Это знаю тренера, то, что он тренировал сборную Польши. Вот. И знаю, что с приходом его сюда, в эту команду, команда дела пошли в гору, и они хорошо сейчас выступают. Ну, ожидания такие же, как и в любой команде, я думаю, как можно лучше себя проявлять, как можно больше пользы приносить команде. Вот. Это и мое желание. Этого и требует эта команда. Вот, поэтому буду отдавать все силы на поле, буду показывать себя только с лучшей стороны, стараться, вот, и приносить как можно больше побед, радости, и в том числе и нашим болельщикам, и команде. Я неплохо выбираю позицию, поскольку я играю нападающего. Вот. Неплохо открываюсь, и у меня хороший удар. Такой форвард, можно сказать, ну, забивной. Да? Если есть момент, я стараюсь по максимуму реализовать. Вчера и сегодня немного погулял по городу. Вот. Думаю, что попозже еще удастся посмотреть. Первое впечатление хорошее, вот, ну, хороший город. Красивая архитектура, в принципе, все понравилось. Вот, думаю, что мое местонахождение здесь, там, как можно больше я буду узнавать город и его смотреть, рассматривать. На программу запросил главный спонсор Леха Познань, группа Афорти.